Вы смотрите видео об отеле Дерек Хотел Кайзер Франц Жозеф. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Дерек Хотел Кайзер Франц Жозеф расположен в стране Австрия в регионе Вены и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Airport NAL 30,0 км. На территории отеля имеется круглосуточное бюро регистрации, круглосуточная регистрация, фойе, парковка, гараж, стоянка для велосипедов. Услуги. Renovated in 2005. This hotel comprises a main building and 10 annexe block. Both with 4 floors. Offering a total of 439 accommodation units. Facilities within the hotel include a cafe, a small supermarket, shops, a chemist, a photo shop, a boutique, a hairdresser, a salon. The Kaiser Bar and a restaurant offering any specialties. Moreover, there is are air-conditioned conference rooms to make use of capacity of 6-80 persons that have been equipped with state-of-the-art technology. Internet access via LAN is not only available in the conference room but also throughout the buildings as well as in selected guest rooms. There is a laundrette as to make use of as well as a car parking garage with 90 spaces. Номерной фонд отеля состоит из стандарт. Год постройки гостиницы – 1988. Год, когда был сделан последний ремонт – 2009. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.